Всех приветствую! Сегодня у нас в гостях дрипка от производителя Ватафо под названием Recure Doll. Давайте познакомимся с ней поближе. Recure Doll приходит в стандартной ватафошной упаковке. Внутри находится сама дрипка Recure Doll, еще один дриптип, линеечка. Нужна для того, чтобы обрезать спиральку, выбираем 7 мм. Устанавливаем в отверстие спираль, вот как здесь нарисовано. Обрезаем и как раз под эту дрипку, вот 7 мм. Классная штучка. Пакетик с инструментами. Инструкция. И 3 пакетика с допами. В одном находятся сменные оринги, запасные винтики, сквонг пин. В другом пакетике спиральки и в третьем ватка. Все, в коробке больше ничего не было. Сверху дрипки расположился 810 цветной безоринговый дриптип. Чуть ниже находится юбка. На верхней части установочное отверстие под дриптип, внутри уплотнительный оринг, надпись Recurve, а по бокам по 6 отверстий забора воздуха. Внутри, смотрю, обработка неплохая, нигде никаких препятствий нету. И чуть выше, друг напротив друга, находятся 2 зубчика. Это стопоры. На нижней части базы мы можем обнаружить 510 коннектор. Внутри установлен позолоченный пин. Есть надписи Recurve Doll, Mic Vapes, логотип и сертификаты. Сбоку мы можем видеть 2 уплотнительных оринга. Между ними с каждой стороны по 2 прижимных винтика. И вот такая прикольная надпись Recurve Doll. Чуть выше находятся 2 стеночки, в каждой из них по 6 отверстий обдува спирали. Они просверлены под углом, грубо говоря, воздух поступает под спиральку и обхватывает ее снизу. Все-таки это неплохо будет отражаться на вкусопередаче, ну, я так лично считаю. Внутри ванночки виднеется часть пина, чуть выше 4 отверстия под установку ножек спиралей и вот таких вот маленьких 2 ванночки под укладку ваты. Окей, поверхностный осмотр мы провели. Давайте установим спиральки и вату. Окей, спиральку и вату мы установили. Ничего здесь сложного нету. Одеваем верхушку, накидываем дриптип и попробуем попарить. Фух, неплохо, неплохо наваливает. Окей, переходим к плюсам и минусам. Первый плюс я поставлю за хорошее качество сборки дрипки. Второй плюс за отличную обработку стали, в том числе и купол, все на уровне. Молодцы, ребята. Вот на самом деле приятно, когда производитель старается. Третий плюс поставлю за реальную и такую беспроблемную установку спиралей. Кинул, закрутил. Если надо подкорректировать, корректируешь только одну спираль, а не как во встречной установке. Там, где в одном отверстии 2 ножки. Начинаешь корректировать одну спиральку, не дай бог, заденешь ножку соседней спирали. Нет, здесь такого не будет. Очень удобно, очень практично и вообще как бы все без проблем. Четвертый плюс отдам за отверстия обдува. Они просверлены под углом. Это все-таки хорошо будет отражаться на вкусопередаче. Пятый плюс по-любому нужно кинуть. Фу. За вкусопередачу сравнивал ее с некоторыми своими дрипками. Ничем не хуже. Плюс еще видели отверстия так просверлены, что воздух поступает вниз под спиральку. Вообще, класс. У меня еще
довольно такая спокойная жидкость, фруктовая, но такое впечатление, что сорвали с грядки, а не как варенье или жвачка. И немаловажно, что спиральки маленькие. И все равно вкус открылся отлично. Вот на полном обдуве великолепно. Я не знаю, последнее время ватафошники на самом деле делают девайсы, баки, дрипки с очень хорошей вкусопередачей. Реально за это их можно похвалить. Ну, одним словом, за вкусопередачу плюс. Шестой плюс. Да, он имховый, но за внешний вид. Она строгая сама по себе. Я всегда любил такие девайсы. Поставлю я плюс. Чисто от себя. И последний плюс я отдам за комплектацию. На самом деле есть все, ребят, чтобы запустить дрипку. Вы видели. И вата, и линеечка, чтобы подрезать ножки спирали. Сами спиральки, все отверточки, запасные винтики сменные. Сквонг-пин, еще один дрип-тип. Есть все. Ватафошники на самом деле в этом плане молодцы. Окей, с плюсами разобрались. Хотел бы я сказать, давайте перейдем в минусы. Ну, честно, ничего прям такого глобального я не нашел. Не к чему вот реально придраться. Можно, конечно, придраться к мелочи. Чуть бы повыше дрип-тип, чуть бы это. Почему он тут закруглен, почему он тут не так сделан, к примеру. А вот так, почему это не так. Это все ерунда. Ничего серьезного я здесь не увидел. Вот. Поэтому эта дрипка останется без минусов сегодня. Придрался. Знаете, было бы к чему придрался. Но оставим ее одним словом без минусов. И переходим в стоимость. Значит так. Зашел я на их сайт. Стоимость дрипки 34,99. Походил по торговым площадкам. Значит, самая низкая цена на Ифане 28,99. Вот за 28,99, я думаю, вполне ее можно купить. А покупать эту дрипочку или нет, выбор остается только за вами. Сегодня у нас в гостях была дрипка от производителя Ватафо под названием Recurve Doll. Хочу выразить огромную благодарность производителю за предоставленные мне образцы для обзора. На сей ноте я хочу закончить наше видео. Пожелать всем удачи, побольше здоровья. Это самое главное в нашей жизни. И сказать пока-пока.